Дорогие друзья, с удовольствием приветствую вас сегодня от имени студентов, преподавателей и сотрудников факультета психологии ЮРКУ. Факультету психологии сегодня 17 лет. Это такой же возраст, как у большинства из вас. Это значит, что факультет достаточно юный, но в то же время имеет свою историю и определенные традиции. На факультете психологии 4 кафедры. Кафедра общей психологии, кафедра психологии развития, кафедра клинической психологии и кафедра психодиагностики и консультирования. Профессорско-преподавательский состав факультета очень силен. Это уникальный состав. Сегодня на факультете трудятся 11 докторов наук, 7 докторов психологических наук – это постоянные штатные сотрудники университета, 40 кандидатов наук участвуют в образовательном процессе на факультете психологии. Состав профессорско-преподавательский факультета – это гарант того, что образование на факультете психологии ЮРГУ очень качественное. Оно основано на традициях психологических знаний отечественной и зарубежной психологии и ориентировано на новые современные тенденции. Наши преподаватели известны сегодня не только в России, но и далеко за ее пределами. Факультет психологии реализует все возможные образовательные программы по психологии. Это программы бакалавриата, магистратуры, специалитет, программы аспирантуры и докторантуры. То есть каждый из вас может пройти все возможные уровни образования, начиная от бакалавриата, например, или специалитета, затем стать кандидатом психологических наук и даже доктором психологических наук, не покидая стены родного университета. Факультет психологии – уникальный факультет. Мы были первыми на Южном Урале, кто начал подготовку психологов именно в рамках факультета психологии. Мы первыми начали подготовку по программам бакалавриата, выстроив ее таким образом, чтобы наши выпускники могли успешно участвовать в практике или поступить на образовательные программы различных отраслей практических или научно-исследовательских в области психологии. Это и клиническая психология, психология образования, юридическая психология, экономическая, организационная, психология спорта и многие другие направления и отрасли. Мы первыми открыли программу подготовки по специалитету клиническая психология. В этом году мы первыми на Южном Урале открываем программу специалитета по психологии служебной деятельности. Эти специальности очень востребованы сегодня. Наших выпускников сегодня с удовольствием принимают и ждут в медицинских учреждениях, в учреждениях силовых ведомств, в МЧС и так далее. События, связанные с падением метеорита, подтвердили еще раз то, что наши выпускники очень компетентны в вопросах психологического консультирования, в том числе в чрезвычайной ситуации. Мы принимали активное участие в рамках нашего психологического центра ЮРГУ в работе по преодолению вот этих последствий метеорита среди населения, взрослых людей и детей. Сегодня факультет психологии реализует 9 образовательных программ магистратуры. Это уникальные программы, руководят ими авторские программы, руководят ими доктора психологических наук, профессора нашего факультета, очень квалифицированные, заинтересованные в научном исследовании, в учебном процессе. И каждый, кто хочет продолжить свое обучение в магистратуре, может выбрать программу для себя. Эти программы не только уникальные и узкоориентированные, они, наоборот, очень универсальные, потому что каждая из этих программ, несмотря на свою специфику, в большей или меньшей степени ориентирована на те основные компетенции, которые необходимы каждому практикующему психологу. Это психодиагностика, консультирование, коррекция, развитие и так далее.
Сегодня мы готовы предложить специалистам, практикующим психологам и специалистам из смежных отраслей различные программы повышения квалификации, программы переподготовки. Подробнее о них можно узнать, обратившись к сайту факультета психологии. Наши выпускники обладают мощным конкурентным потенциалом на рынке услуг сегодня. Факультет психологии Южноуральского университета – это бренд. Наших выпускников знают и с удовольствием принимают работодатели. В прошлом году общественная организация «Российское психологическое общество» обнародовала рейтинг ведущих факультетов психологии университетов Российской Федерации. В этом рейтинге наш факультет занял одно из ведущих мест в первой пятерке. Преподавательский состав факультета и организация образовательного процесса – все это вместе создает хороший ресурс для того, чтобы наши студенты были конкурентоспособными на рынке психологических услуг. Они открывают свои собственные фирмы по консультированию, по развитию детей, по оказанию различных психологических услуг. Дорогие друзья, мы ждем вас на факультете психологии и обещаем вам, что обучение будет очень интересным. Вы узнаете себя, вы станете экспертами в области человеческих отношений, в области психики. Вы будете востребованы среди ваших друзей и знакомых. Ждем вас и надеемся, что годы, которые вы проведете вместе с нами, будут очень интересными и полезными. Спасибо.